вот это леща прописал. Блин, я его боюсь, очень страшно. Вот у меня еще где-то частица. Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас Гусь, Санёк, Танчик, Пингвинус, Ампер, Пика, Ноунейм, Скигва. Пацаны, поздравайтесь. Приветики. Всем салам. Здравствуйте. Всем привет. Ребята, мы скачали очень крутой и в то же время страшный мод на NPC «Папа, длинные ноги». Если пяти кушки, приятного аппетита. А у нас сегодня выживание от классного NPC. Погнали. Ну что, пацаны, сегодня у нас будет ролик «Никогда мы не просто убегаем, а еще должны его замочить». NPC будет, кстати, управлять настоящий игрок, потому что мы проверили, как управляет искусственный интеллект. Это просто какая-то читерская жопа. Поэтому погнали. Он на спавне. Ням-ням, как вкусно. А можно еще... отвали! А! Ого, он мочит жестко! Ну нереальный псих! Мочите его! Я кого-то убил из своих, извиняюсь, не хотел. Так, отлично наваливаем. Ой, он как таракан лежит. Я веселый. И я под воду лучше. А я не могу валить? А могу. Под водой могу стрелять, отлично. Так, перезаряжаемся. Я вижу, как он пацанов наказывает. Я за своих подписчиков буду тебя мочить жестко. Так, отваливаем. Так, знаете, надо что-то другое взять, я РПГ беру. Попаду. Промахнулся. Как жопа, а? Слышь ты, подводная морда, отвали от меня, ребята, это очень стрёмно, когда он подо мной лазит. Ого, он прыгает! Ой, попал. Я видел. Жизни отнялись-то. Полетела, родная. На, есть попадание. Пацаны, хорошо, гасят. Давайте другое возьмем. Я буду вылазить потихоньку. Так. Ой, я знаю, что будем брать. Будем сейчас, ребята, брать максимально мощное оружие, которое его может убить. А, ну так. А это не по игре. Я валю. А чё я не могу стрелять с него? Защищаю. Он не стреляет. Вот это жестко. О, я знаю, какое оружие взять надо. Давайте серию СМ2, вот эти шары. Я вспомнил, что эти шары реально много занимают жизни. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой, смотрите, жизни уже сколько вынесли. А вы вынесли половину жизни? Да, половину жизни вынесли. Так, надо от этих шаров подальше держаться. Так, давайте... О, пила! Чего вы своих убиваете? Дураки! Вот именно! Ай-яй-яй! Ням-ням-ням, как вкусно. Так, вижу. Кстати, у него жизни очень мало. Ай-яй-яй! Блин, отлично, мы его сейчас убьем. Сейчас осталось чуть-чуть. Ай-яй-яй, да что ж такое, пацаны? Лезете перед носом. Давайте. Наваливайте его. Он сейчас оттуда выйдет. Ну. Давайте, осталось чуть-чуть. Вот, давайте возьмем вот это вот. Вот это он прыгает. Вот это леща прописал. Блин, я его боюсь, очень страшно. Вот у меня еще где-то частица. Давайте, надо его убить. Осталось чуть-чуть. Есть! Ну что, ребят, раз я его убил, теперь я буду управлять папа длинные ноги. Вы готовы? Да. Ой, сейчас будет жестко. Можно взять эпического?
Да, давай. О, кто кушает, ребята, приятного аппетита еще раз. Я вот сейчас кушаю. 3, 2, 1. Погнали. Чего я так слабо прыгаю? Эй, вы меня пригвоздили, что ли? А чё со мной? Эй, помогите слезть! Тебя пригвоздили. Эй, мы не договаривались с пригвождателем. Это читерский. Я буду за это тогда вас всех наказывать. Блин, вы такие маленькие, я теперь чувствую мощь. Я понял, почему так было легко убивать меня. Вы такие вонюсенькие. Давай. Слышь, ты, оруженосец. Блин, эй, иди сюда. Да блин, ну зараза! Да ты смотри, ты чего? Да как тебя убить? О! Да блин, ты смотри какую, а! Нормально уже. Надо валить, потому что пацаны меня сейчас убьют. Да, иди сюда. Я добегал, надо бежать. Дима, у тебя много хоп. Да ну много, вы уже вынесли где-то... Ну пятую часть уже вынесли. Они нас заперли с вами. Тяжело, да, попасть, когда я быстро бегаю? Да, еще отдача такая большая. Бум, попадание было. Ого. А что за звук такое шипение? Ой. Тима, ты горишь? На. Ого, с меня пламя прям фигачит и дым. Адский папа. Блин, классно. Давайте, ребята, если этот ролик соберет 3000 лайков, то мы поставим 20 NPC. А папа от длинной ноги, будем от них выживать. 20 штук. Так, валим. Ника, давай на исходную позицию. О, я воду. Давайте проверим, сможем под водой гореть или нет. Че я горю под водой? Это же нечестно. Я собираюсь тухнуть или нет, а? Это вообще как спанчбот. Красиво, да, когда я лечу и горю? Метеорит какой-то целый. А, вот. Вот это я могу прыгать. Огнетушитель на месте. Подожди, о, на правую кнопку мыши можно еще удалять? А что это за кровяша с вас идет? Это что такое? Это этот вот добавил, да, по идее, я так понимаю? О, нормально, наваливаю. Да с чего вы стреляете? Эй, пацаны, это читерское оружие, мы не договаривались про базуки. На. Блин, это жестко было. Очень жестко. Слышь, ты, кто-то на меня физганом наводится. Это я, это не. Это ладно. Пингвинец вылетел. А это я тебя не отпущу живым теперь. Да как это не надо? Надо. А, когда на правую кнопку мыши, я его раню, и кровь идет. Ай-яй. Да вы задрали, вы с чего стреляете? Ах ты тварь. Кто? Вертолет. Вертолет, иди сюда. Вот это я прям на него приземлился. Бум. Под водой взорвал. На. Да ё-моё. А, у меня сейчас жизнь кончится. Так, я когда на правую кнопку мыши. Короче, все время я горю это и не тухну. Да, слышь, ты. Ого, там пролетел, шар над головой пролетел. Я вообще не тухну, что за фигня? Да отвалите вы от меня. Вы чего? У меня сейчас жизнь кончится. Дима, ты Гагарин, что ли? Ну? Во, да, на правую кнопку мыши еще сделал ранение. В итоге они со временем умирают. Ого, что это было? Что было? Такое ощущение, что у меня из пулемета очень крепко. А еще огнемет! Надо валить! Вот это красное остается, когда я нажимаю правую кнопку мыши. А я не тухну, я вообще не тухну, представляете? Ого, от меня аж светится забор. Ай! Давай, застусим его. Тихо. Да что вы, я ослеплен! Ослепительными гранатами кидаю.
Флешка, флешка. Ой. Короче, я сгорел. По сути, я все время горю, я не могу потухнуть. Че за бред? Че я горю? На. Отлично. Оторвал ему какую-то часть тела. Дима. Еще кого-то. Ты мочишь? Это что творится? Мне нравится, что творится. Это весело. Так, так, так. Ребята, кто меня убьет, будет следующим управлять. Папа длинные ноги. Ого. На. Видели, я, короче, руками так сплюскиваю, и после этого они кровоточат. Все. А. Кто меня убил? Гусанек, ну что, давай. Бери ты теперь, папа, длинные ноги, а мы тебя будем мочить. Ребята, третий раунд. Гусанек меня выиграл, поэтому 3, 2, 1, начинаем. А я буду с АВПшки наваливать. Да. Хорошо, хорошо наваливаем, мне нравится. Отвали, отвали. А еще, знаете, так не так уж и легко и попадать. Вот, давайте, я знаю, что надо делать. Так. Отлично. Ой, бомба летит. Жесть. Вы еще много вынесли вот этими пушками, дебелами. Так, надо отойти, сейчас бомба взорвется там. У вас к этому времени должна уже взорваться. В воздухе. Убейте меня, пожалуйста. Есть такой кровь. Отлично. Угло приземляется медленно. Гвоздей. А что у меня было? Уже половину жизни вынесли. А нет, не половину, мне показалось. Так, я буду летаю. Делать как пацаны. Сейчас мы кое-что сделаем. Бежим, бежим скорее на ту часть карты. Сейчас бомба взорвется, бегите. Слышь ты, ты морда, блин. Знал, да, что сейчас что-то плохое затеял? А я сейчас это и сделаю. Так, бежим, бежим. Я иду за тобой, Дима. Я сейчас поставлю пушку не очень мощно, как пацаны гасили меня. Так, Грэндвич. И мы поставим вот такую вот пушечку. О, есть так. Папа. Где здесь? Ну что, где он? Бу! С одного раза! Ну ладно, давай еще разок. Только без пушки буду. Ну, это было читерски. Я думал, все-таки, знаете, я буду его долго мочить, но пушка очень мощная. Хорошо, давайте без пушек. Потому что это реально чит. Ты что меня кидаешь? Элей, иди. Иди отсюда. Ой-ой-ой-ой-ой. А я за зениткой сижу, мне ничего сделать не может. Ой, может. Это жесть. Так, у нас сегодня прям настоящая война. Хорошо, ладно. Давайте все-таки будем брать мощное оружие. Есть у нас такое. Я сейчас возьму горящий. Слышь ты, на тебе. Надо его поджечь, пацаны, как я горел. Я его буду бомбами или пушками закидывать. Чтобы... Осторожно, осторожно. Так, сейчас я его сейчас подожгу. Где эта морда? Иди сюда. Иди сюда. Поймайте меня. Прыгай. Да, не переживай, не переживай. Тебя это не спасет. Есть, я его поджег, пацаны. Нет, не поджег? Нет, не поджег. Не поджег, хорошо, ах ты поджег. Поджег, не хотел сказать. Сейчас мы, знаешь, какое оружие возьмем? Я знаю, ребята, какое надо оружие взять. Где эта морда? У тебя головы нет. На. На. Не знаю, сейчас он будет, чтобы он не вышел, надо кидать туда гранаты красные, он тогда не сможет выйти. Ай, блин, ребята! Дима, говоришь, выйти не смогу. Так, а где? А я сейчас тут буду кидать. Нормально, жизнь отнялась, все нормально. Так, кругами будем бегать. Он не сможет убить так. Ой, просто тихо. Ой, блин, я на спауне кинул, это сейчас, наверное, будет печально, да? Пацаны, да ну прекращайте, вы не умеете оружием этим пользоваться. Я говорю. Так, хорошо, давайте тогда что-то все-таки... Огнемет надо, огнемет. Вот, огнемет. Не огнемет, а вот такой вот сейчас приземлиться как раз туда. Будем все поджигать. Все, я его поджег. Есть, я его поджег. Отвали, отвали! Ой, да что, а что у него жизни не тратится? А он не бессмертный случайно?
поднимаете, просто попасть не можете. О, отнимается. Вы просто поднимаете, вы просто косые. Не переживай, не переживай. Почему у меня черный экран? Не попал. Разок. Ой. Ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо. Да что, она сквозь него пролетает, не могу убить. Да что, она сквозь него пролетает. Бум. Есть попадание было. Ладно, знаете что, пацаны, он горит. И это хорошо, что он горит. Буду сжечь тебя еще. Чтоб ты быстрее умер. Так, хорошо, давайте тогда все-таки будем огнестрельное оружие брать. О, снайперка. Вот эта снайперка отнимает нереально много жизни. Заряжаемся, заряжаемся. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Будем по кругу здесь убегать. А что в воздухе? Ребята зависли. Хе-хе, классно его обманывать. Давайте вот это возьмем снайперку. Ого, вот это вообще мощь. Все, я нашел снайперку, который вам очень, очень... Чего у него жизни так мало отнимаются? Вы просто косы. Ну все, ты читер, я тебя баню. Классно. Нет, ты думаешь, я тебя не достану? Да я уверен в этом. На 100%? Да. Хорошо. А что это за зеленый цвет? Да пердёж. Кто-то пукнул. По кругу бегает. Ах ты, зараза, хорошо. Ну чё, миниган всегда мне выручал. Неплохо, неплохо, жизнь не тратится, но только очень медленно. А ты взял босса, да, наверное, этого? Эпика. Чё, жизни не тратится? У него жизнь не тратится, да, походу? Он не тратится, но очень медленно. Я же говорю, вы просто косые, и все. Да как это косые? Мы четко попадаем. Ну все понятно. Так, надо его поджечь. Во! Тоже мощно. Отлично, отлично. Пока он летит, мы его будем гасить. Кстати, вот начал это оружие выбирать, и сразу начало жизни много отниматься у него. Давайте, давайте. Хоть так будешь попадать. А какое же оружие взять против него, а? Да ну, пацаны, вы что убиваете на спауне? Бум! Отличный выстрел. Плохой выстрел. Я кряком тебя убью. Так, 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 целимся. Ай-яй-яй, плохо промахнулся. Ох, красная гранатка жизни хорошо отнимает. Так, что же еще, чем же еще ему... О! Нашел, нашел, ребята. Хорош, хорош, жизни отнимается. А хорошо, прям отлично снимает. Сейчас, сейчас, ребята, что? Я понял, что надо сделать. Надо просто побольше их себе выдать. И наказать его. Я сейчас вас. Ой, хорош. Вы его что, попадать начали? Вы вот это прям прекрасно, ребятушки, прекрасно. Жизни тратятся не так, конечно, быстро, как хотелось. О, давайте копьем попробуем. Как копье будет? Я кровоточу, я понял теперь, как это работает. Копье отнимает очень много, пацаны. Копьем кидайте, все копьем. Да, копье отнимает реально много жизни. Только попасть тяжело. Слышь ты, морда, отвали от меня. А, все, его пригвоздили. Пригвоздили его? Да. Сейчас я себе копье. Я выдаю себе копье. Выдаю копье побольше. Сейчас я его закидаю. Я могу и пригвожденным ходить. Мне нормально. Не знаю, оружие поможет, попробуем. Давай, давай, давай. Сейчас попробуем.
Да блин, жизни мало тратится, очень медленно. Что так-то? О, во! Осколочная. О, копье нашел. Бум! Лучше пердежная граната. Бум, да? Ты думаешь? Пердежная граната да, очень долго будет. Просто остается. Бум! Есть контакт, ребята! Только так его можно было убить. Блин, прикольно. Против этой пушки ни один монстр выжить не может. А ну, пацаны, давайте поставим у того босса. Я попробую в него стрельнуть. А ну, поставьте. Рождим. Проверяем. Да, с одного раза убивается. Представляете? Вот это пушка мощь. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш дискорд. Ну, всем отличного настроения и всем пока. А мы запустили мощную ракету. Красиво в дом летит, смотрите. Эй, Гаррисмод. Нет, не вылетело. Это было мощно.